Не, может, я должен проинформировать, что мне непонятна та информация насчет того, что Федоров еще что-то решает. Федоров 18 января абсолютно в недвусмысленной форме выразил свое несогласие с тем предложением, которое было мне сделано. То есть стать министром финансов в определенной составе правительства. Я это заявление направил президенту. Я своей точки зрения не менял. И следовательно, я считаю, что в связи с выходом этого указа мои пожелания не приняты. И в этой связи, естественно, я не имею никаких намерений оставаться в правительстве, в том числе и в качестве министра финансов. Это связано не только с реорганизацией правительства, но и с теми контурами новой экономической политики, которые были сегодня заявлены. Thank you.